И музыку. Музыку? Да. Но это, я думал, с кем-то плохо. Или кошка застряла в трубе? Наверное, вы правы. Но дело в том, что это одна из моих привычек. Под эти звуки мне лучше думается. А сейчас как раз есть о чем подумать. Настоящая запись предназначена для лиц, начинающих изучать... Упражнение второе. Внимательно прослушайте несколько раз первые предложения. Согласитесь или возразите ему. Например.